Привет, Роман. Сегодня 10 ноября 2016 года, от Рождества Христова, четверг. Выбрался в лес. Второй день, как приехал с работы. Взял своего мелкого пса. И пошли, в общем, мы за сосенки в осинник. Немножко прогулять я его решил. Ну, полазили, немножко бродили. Пес мелкий, лапы замерзли. Я решил костер развести, чтобы маленько отогреть его снегоступы. Начал разводить костер. Такой небольшой костерчик развел. Чаечку решил скипятить. Вот. Пока бревнышки рубил. Вот такие вот. Пес получил, короче, по макушке. Теперь он думает, что все враги, дрова его враги. Спрятался, он под осиной сидит. Не выходит. Вон там. Арбат! Видишь, он макушку у него там. Вон там. Арбат! И сюда! Иди ко мне. Иди, Арбат. Роман Юрьевич, надо показаться же, да? Иди ко мне, иди сюда, иди. Иди, Роман Юрьевич на тебя посмотрит. Иди сюда. По макушке получил, да? Ты получил по макушке. Ну, дрова-то они тебе не враги, они тебя сейчас согреют. Пошли лапы греть. О, вспоминаю, короче, армейские годы, когда ты мне первое видео прислал. Меня тогда чуть в особый отдел не затащили с этим видео. Вот. А сейчас, в общем, я по другую сторону экрана. Ну, что тоже, в принципе, радует. Теперь когда вот тебя ждать? На Новый год? Скорее всего. Ну, я, в принципе, наверное, на Новый год буду дома. Вчера пробовал мегафоновский интернет. Что-то он, кстати, не очень здесь вытягивает. Пришлось опять включить МТС. Вот сегодня попробую это видео вечером выгрузить. Забанил, меня хорошо ловит. Будем сидеть, загружать. Ладно, длинное видео не буду записывать, а то я прогружу, не знаю, до следующего четверга. Ну, пока на данный момент чего? Так, сижу вот. Греюсь возле костерка. Мне кажется, у моего пса волчья какая-то кровь. Он огня боится, собака. Спрятался, он сидит за 20 метров. Надо притащить, отогреть его. Мелкий еще. А ты говоришь, на медведе. Он по макушке получил, сидит, скрывается. Ну ладно, пока. До следующей встречи.